В зале сменных экспозиций Одинцовского историко-краеведческого музея яблоку негде упасть. Хотя большинство приглашенных на открытие художественной выставки Рената Шафикова сюжеты картин когда-то видели своими глазами. Их объединила война, а теперь в уже мирное время они объединяются сами, чтобы не допустить повторения тех событий. Очень многие события остаются закрытыми. И, в принципе, наша задача того поколения, которое принимало участие в этой войне, все-таки рассказывать об этом ребятам. Идти в школы, идти в техникумы, колледжи, университеты, институты и говорить об этом. Мы должны как бы показать, что из себя война представляет, и чтобы не, как сказать, не начинали новые войны и не входили в эти войны. Потому что война – это грязное дело. Страдает в основном мирное. Мы военные не страдаем. Для меня было, я мечтал всегда попасть в район боевых действий. Я честно скажу, я бы обиделся, если бы меня не взяли бы на боевые. На открытии выставки Рената Шафикова не называют художником. Он майор запаса, командир разведвзвода в Афганистане. 13 лет его жизни прошли в горячих точках. И рисовать он начал на войне. Если бы я бы не рисовал, у меня бы, наверное, давно бы крыша съехала. Я бы синдром был бы, это 100%. Афганский или там, я не знаю, какой бы, был бы тоже, психика была бы нарушена. Но так как я, все мое психическое настройство, расстройство и вся эта психическая атака, я их воспроизводил на тетрадках, на листках тетради. Кроме тетради и шариковой ручки, там, в Афганистане, под рукой ничего не было. Вот так и появился его особый стиль. Очень сильно шариковой ручкой стал рисовать в Афганистане во время боевых действий. Я неприхотливый, как монгольская лошадь. И мое искусство тоже неприхотливое, как монгольская лошадь. Сейчас, конечно, Ренат Ринатович может использовать все художественные средства, но он остается верен все той же тетрадке и ручке. Хотя в планах проба смешанной техники рисования карандашом, ручкой и акварелью. А для посетителей выставки «Дорогами Афганистана» работы Шафикова прежде всего возможность увидеть события из истории страны глазами боевого офицера. Я не только здесь был на выставке и в Москве, когда проходилось. Конечно, это большой вклад человека, не только лично в историю, чтобы люди как бы знали и передавали это все, но и в защиту Отечества. То есть человек посвятил не только себя, душу вложил. Выставка картин «Дорогами Афганистана» будет работать в Одинцовском историко-краеведческом музее до 17 февраля. Параллельно в музее проходит фото-выставка «Афганистан живет в моей душе». Она размещена в холле первого этажа и открыта для посетителей до 29 февраля. Евгения Августина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».